Приветствую вас на моем канале «Петельки из Амстердама». Все о вязании для новичков и умелых рукодельниц. Я хочу начать снимать серию видео, посвященным карманам на наших вязаных изделиях. Причем карманы любые, прорезные, накладные, горизонтальные, вертикальные. Ведь, согласитесь, карманчик на любом изделии всегда украсит его. На детских изделиях очень удобно делать кармашки, дети любят их. Ну и на взрослых, на кардиганах, на кофточках карманы тоже очень пригодятся. Поэтому сегодня я хочу начать вот с такого кармана. Это прорезной горизонтальный карман. Вот он, как бы можно положить что-то сюда, здесь видно. Значит, он имеет двойную мешковину, двухстороннюю двойную мешковину. И планочка на кармане, она как бы не вяжется отдельно, но мы ее потом выделим немножко ниточкой, и получится такая вот очень красивая планочка. И чем примечательно, что вот этот вид кармана я рекомендую использовать на изделиях, где у вас есть по низу полочки переход с одного узора на другой. Вот как здесь у меня, посмотрите, я начинала платочной гладью, а потом карманчик и перешла на лицевую гладь. И карманчик с другой стороны я тоже вяжу, видите, платочной вязкой. Поэтому этот карманчик, планочка, смотрится очень хорошо. Итак, начнем вот этот карман. Я покажу и расскажу, как его делать. Он несложный в исполнении, поэтому я начинаю с него, с первого. Итак, я связала заранее небольшой образец. Пометила маркерами те места, откуда, где я хотела бы, чтобы у меня был мой прорезной карман. Что нам еще понадобится? Значит, нам нужна будет дополнительная нитка небольшая, очень контрастного цвета, так будет легче. И что мы делаем? Мы начинаем вязание, довязываем до первого маркера. Здесь будет начало кармана, вход в карман, а здесь будет конец. Итак, вяжем также рисунком. Продолжаю вязать платочной вязкой. Значит, у меня идут все лицевые. Значит, так. Вместе мы сейчас довяжем с вами до маркера. Дальше я вам все покажу. Так, мы довязали. Снимаем этот маркер. Берем дополнительную ниточку. Она не обязательно будет очень длинной. И теперь этой дополнительной ниточкой мы будем провязывать петли, которые предназначены для входа в карман. Вот теперь, смотрите, я беру и провязываю. Тоже так же лицевыми. Немножечко подтягиваю, чтобы она не очень была очень свободно, не надо подтягивать эти петельки. И довязываю до того места, где у меня будет заканчиваться вход карманчик. Так, почти мы дошли до маркера. Вот мы дошли, снимаем маркер. И что мы делаем дальше? Мы все эти петли, которые провязаны контрастной ниточкой, одеваем назад на левую спицу. Не спешите, здесь все надо делать аккуратненько, тогда все получится у вас обязательно. Так, значит, я дошла до последней петельки, вот я ее пересняла, и будем продолжать вязание теперь основной ниткой. Вот это все, и первую петельку после контрастной ниточки постарайтесь немножко так ее подтянуть, чтобы здесь вот не было никакой дырочки. Ну и продолжаем дальше вот эти контрастные петельки также провязываем по рисунку, как нам и надо, да? И довязываем до, теперь уже довязываем до конца ряда. Так, вот здесь у нас переход от контрастной ниточки к белой. Тоже следующую петельку постарайтесь так немножко ее плотненько сделать, чтобы не оставалось там у нас никакой дырочки потом. Так, теперь мы довязали до конца ряда.
И вот теперь нам можно продолжать вязать полочку по нашему рисунку. В данном случае у меня надо не забыть, что на изнаночной стороне надо переходить уже на лицевую гладь, вот как здесь. Поэтому изнаночный ряд надо будет вязать все петельки изнаночные. И вот теперь мы свяжем с вами до конца этот образец, или вы будете смотреть, как когда я уже свяжу, или вяжите со мной. Ну, естественно, я не буду показывать, как я все вяжу до конца. Сейчас вот этот ряд закончу немножко. Видите, я здесь все теперь вяжу, все петельки изнаночными. Вот эту ниточку тоже можно немножко подтянуть, чтобы она нам не мешала. И чтобы дальше показать, как вязать карман, я провяжу немножко этот образец выше, закрою все петельки. И мы тогда с вами опять встретимся и будем уже вязать непосредственно карманчик. Я покажу, как делается вход в карман, и вы тогда будете учиться со мной. Поэтому я вам советую тоже так же связать этот образец, и вы можете делать со мной, а потом еще раз посмотрю видео, уже попробовать все делать от начала до конца. Итак, вот я довязала второй изнаночный ряд, и теперь я продолжаю образец, ну еще свяжу рядов 10 просто лицевой гладью и закрою этот образец, и тогда мы потом с вами встретимся. И вот я довязала вот этот образец, закрыла все петельки, и теперь мы будем с вами делать сам непосредственно вход в карман. Так как у нас на вот эту ширину мы оставили, у нас 17 петель, ширина кармана 17 петель, значит, вот это число мы должны запомнить, я вам объясню зачем. Теперь мы начнем подбирать обратные петельки. Для этого я использую простые вот чулочные спицы, и объясню потом, почему это так. Вот смотрите, здесь вот у нас мы начинали, вот первая петелька у нас контрастная ниточка, и вот под ней находится первая белая. Вот мы ее сразу на спицу одеваем. Вторая. Значит, за правой стеночки петель мы поднимаем. Значит, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 и последний 17. Вот для чего надо было запомнить это количество. У нас здесь должно быть тоже, естественно, 17 петелек. Вот мы подняли с одной стороны. Теперь мы переворачиваем наш образец. Берем еще одну спицу. И здесь мы тоже должны поднять также 17 петель. И беру их тоже. Вот смотрите, здесь напротив. Тут видно, да? Вот здесь одна петелька, потом у нас цветная петелька, и идет следующая белая петелька. Вот мы опять здесь берем за правую стеночку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Последняя петелечка. Она у нас тоже вот напротив. У нас здесь, видите, значит, 2 белых, и посередине у них контрастная ниточка. Теперь мы можем спокойно вытащить эту контрастную ниточку. Для этого я возьму еще одну чулочную спицу. И просто вот аккуратненько каждую, вот, как мы видим, вот просто буквально просто вот аккуратненько мы ее вытаскиваем. В данном случае спешить не надо, чтобы ничего не повредить. Вот простенько. Где она у нас тут идет, от каждой. Вы можете поворачивать образец, как вам удобнее, чтобы просто было видно, где эта
ниточка у нас подходит. Вот она. Так. 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 В общем, каждую стеночку, это вот контрастные ниточки, мы вот так вот ее быстренько вытаскиваем. И так мы доходим до конца нашей прорези. Здесь эту ниточку можно обрезать, чтобы легче было ее вытаскивать, чтобы не тянулось. И дальше продолжаем. Видите, когда она стала короче, дело пошло намного легче. Еще раз обрежем. Но аккуратненько, никуда не спеша, она, естественно, вытащится и никуда не денется. Ну вот, все, мы вытащили эту ниточку, и теперь что мы имеем? У нас две стороны кармана, верхняя получилась и нижняя. Вот эту нижнюю мы будем продолжать вязать чулочной вязкой на ширину планочки кармана, какую мы хотим. А верхнюю часть этой прорези мы будем вязать уже также вот изнаночной, то есть лицевой глади. Все лицевые, а здесь будем ряд изнаночный, ряд лицевой. Теперь мы начнем. Значит, мы берем опять нашу ниточку. И вот здесь ее вот в начале, этот хвостик можно оставить подлиннее, и мы им же будем денем в иголочку и будем уже обвязывать, ну, обшивать нашу планку кармана, как бы обозначать, где у нас эта планка, чтобы у нас 10 ниток не было. А здесь мы, значит, продолжаем, будем от основной ниточки будем дальше вязать, так как этот сейчас мы будем вязать по кругу, поэтому этот ряд я связала, получилось у меня изнаночные, теперь я буду вязать их лицевыми, чтобы не нарушать рисунок. Вот мы вяжем эти наши 17 петелек. Здесь мы вяжем лицевые. Да, я забыла вам сказать, что вот эту часть, так, у нас здесь 17 петель, надо разделить на 2 спицы, потому что дальше мешковину карманчика я буду вязать как чулок. Очень удобно чулочными спицами. Поэтому надо разделить нам на 4 спицы. Вот здесь у нас 17, ну, скажем, 9, а там 8 останется. Да? Значит, я вот эти 9 сниму. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут у меня было 9. Теперь переходим на верхнюю часть прорези. И здесь, как мы говорили, мы будем вязать лицевыми петлями. Но вот в данном случае, где у нас переход на одну спицу в другую, я советую набрать одну петельку. Тогда будет смотреться карманчик намного красивее. Поэтому, значит, вот здесь вот на эту спицу я возьму крючочек сейчас и вот в этом месте возьму и наберу одну петельку и поставлю ее вот на эту спицу. Да? Видите, и у нас теперь получится здесь 9 и 9.
Теперь переходим сюда. Также вяжем первые 9 петель одной спицы, а потом перейдем на другую. И здесь мы вяжем все лицевыми, верхнюю часть. Значит, раз. И здесь вот ниточку тоже немножко подтяните, чтобы не было дырочки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И берем еще одну спицу и будем продолжать здесь тоже 9 петель лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И здесь вот в этом же месте я наберу еще одну петелечку, чтобы было покрасивее. Ну, так, произвольно, где вам больше нравится, так, чтобы она... Ну, пусть вот здесь. Еще набираю еще одну петлю и вешу ее на эту спицу. Видно было, да? Все. И теперь мы вяжем обыкновенный, как вот, вот чулки, носки, кто-нибудь, на 4 спицах. Круговое вязание на 4 спицах. Так, вот смотрите. И не забываем, что вот здесь у нас будет вход в карман, но это же рисунок. Значит, сейчас мы вязали лицевыми, видите, лицевыми. Следующий ряд мы вот эти две спицы будем вязать изнаночную. Так, подождите, я перепутала. Взяла хвостик. Этот хвостик, который я вам сказала оставить подлиннее, вот он есть. Мы его можем как бы в серединку вот кармана засунуть, чтобы он нам не мешал. А вот эта ниточка, которая идет от клубочка. Значит, здесь мы сейчас вот эти две спицы будем вязать изнаночной. И вот первую петельку, где она соединение, лучше тоже ее немножко такую тугую сделать, подтянуть. Так, вот мы вяжем теперь изнаночную. Вот эту добавленную петелечку я тоже связана, ну, так перекрученную, чтобы она не было видно, где она. А вот эти две верхний вход в карман мы вяжем все время лицевыми, потому что это у нас лицевая гладь здесь, да? Здесь вот первую петлю сделаю и тоже ее немножечко подтянем, пока, ну, первые 2-3 ряда, чтобы немножко у нас красиво все получилось. И теперь мы вяжем эти две, провязываем петли на этих двух спицах. У нас тоже везде по 9 петелек у нас получается. Вот эта планочка, которую мы хотим сделать на входе в карман. Да, вот здесь тоже, видите, эта петелечка появилась. Ее тоже лучше связать видите, она перекрученной, чтобы меньше было дырочка там. Значит, вот здесь мы на этих двух спицах, вот на этих двух спицах мы провязываем планку кармана, которая у нас будет изнутри кармана видна. И вот мы ее хотим, скажем, ну, условно, скажем, раз, два, три, четыре, ну, рядов 12. Сейчас мы с вами расстанемся, я свяжу вот эти 12 рядов, значит, здесь будет вести... Здесь будет идти у меня платочная гладь. На этих двух спицах у меня будет идти лицевая гладь. И потом мы опять с вами встретимся. Так, ну вот я довязала мешковину. Это мы вяжем мешковину карманчик сейчас. Вот я ее довязала на высоту. Тут 2-3 сантиметра получилось. Вот это видно. Такая у нас будет планочка на кармане, которую мы будем обвязывать.
И сейчас мы просто переходим дальше на вязание просто мешковины карманчика, все лицевые, все спицы лицевые, и вяжем так на столько, сколько вы хотите, чтобы у вас была глубина кармана. Но, естественно, чтобы он не вылазил вот здесь вот за планочку, если будем вот так потом вовнутрь его вложим, и чтобы он не торчал здесь. Поэтому посчитайте, чтобы, ну, не больше вот этого размера, сколько у вас оставлено от низа полочки до места, где начинается карманчик. Поэтому вот сейчас мы будем, я провяжу до конца, вы тоже, и потом я покажу, как закрыть эти петельки на мешковине карманчика. Значит, мы сейчас все ряды вяжем просто лицевыми петлями на такую высоту, сколько мы хотим, чтобы у нас был вход в карман, да? Давайте будем вязать и потом с вами встретим. Мешковину, ну, провязала еще несколько сантиметров. Допустим, что мне такой глубины карманчика, вот как у меня получается, достаточно. Теперь нам нужно закрыть вот эти все петельки на мешковине. Можно было прямо здесь вот взять и закрыть. Но тогда у нас получится внутри кармана такой вот грубый шов. Я думаю, что он не очень, во-первых, красивый и не очень приятно будет там вот рук туда вставлять в карманчик и все время этот ощущать вот этот шов. Поэтому что предлагаю сделать я? Вот эту мешковину нам надо вывернуть наизнанку и закрывать уже с другой стороны. Вот посмотрите, как вот эти две спицы, вот у меня две первые спицы, вот эти. Я их по возможности вытянула. У меня, видишь, вот здесь вот маленькое расстояние очень получается. И потом их вот как бы внутрь кармана, чтобы вывернуть. Вот их вставляю внутрь карманчика. И теперь их можно опять спокойно туда. Также сделаю с этими двумя, тоже их сюда вот подтяну, вот чтобы здесь было поменьше, и также их вставлю внутрь. Видите, вот все четыре спицы у меня получились внутрь, и мы теперь спокойно можем вывернуть карман наизнанку. Подтягиваем 5 петельки, здесь поменьше, так чтобы они у нас... Вот, одну спицу вывернула, вторую, только внимательно, чтобы петельки не упали, эту вывернула, третья, и последняя у меня остается, четвертая спица, вот она тоже. Вот мы вывернули наше вязание наизнанку, видите, так как карманчик мы вязали лицевыми, а с изнанки вот получается изнанка, и вот это у нас будет. И с этой стороны теперь мы можем спокойно закрыть наши петли. Вот у наша ниточка, и ничего страшного, вот как мы видим, что нитка у нас, сейчас подождите, пока ничего не видно, она вот, если мы потянем за ниточку от клубка, вот она у нас как бы, видите, вот она уходит вовнутрь кармана, но это не страшно, мы будем сейчас закроем все петли и потом ее обрежем и как бы сможешь спокойно вытянуть. Значит так, мы берем вот эту ниточку, которая идет от клубка, ее вот вытягиваем сколько нам надо, заводим за спицу, и теперь вот попарно вот эти петельки попарно мы будем просто закрывать. Так, берем пятую спицу сначала. Значит, мы вот эту первую петлю с ближней спицы я переношу на дальнюю спицу и провязываю вот эти все две петельки вместе. Эти две первые петельки вместе. Теперь я опять переношу, видно вам, опять переношу петельку с ближней спицы на дальнюю. Провязываю эти две петли вместе, а первую петлю теперь можно, не можно, а вторую полочку мы протягиваем через первую. И вот мы закрыли. Опять петельку с ближней спицы переносим на
на дальнюю спицу. Эти две петли вместе мы провязываем лицевой и опять протягиваем вот эту вот дальнюю через дальнюю петельку, вот эту. Опять мы закрыли. Дальше опять берем с ближней спицы петельку, переносим на дальнюю спицу. Эти две провязываем вместе и протягиваем через первую петлю. И опять закрыли. Видите? Все красиво получается закрыть. Теперь дальше. Петлю с ближней спицы на петель, на спицу дальнюю, вместе две петли и протягиваем через петлю, которая находится на этой спице. И так дальше. Опять одну петельку сюда переносим на дальнюю спицу. Вот эти две вместе мы провязываем и протягиваем через эту петельку. Итак, мы закрываем наш мешковину карманчика до конца ряда. Я буду провязывать, если интересно, смотрите. И встретимся, когда закроются все петли. Еще 5 мы берем одну петельку с этой спицы, переносим на дальнюю. Здесь провязываем их вместе лицевой и протягиваем через петельку. Так, у нас осталось еще 2 петли. Так, одну петельку переносим сюда, провязываем вместе лицевой и протягиваем через эту петельку. Так, у нас где-то одна петелька потерялась, вот она упала. Ничего страшного, сейчас мы ее поднимем. Мы ее переносим опять на дальнюю спицу, вместе провязываем лицевой и протягиваем через эту петельку. Итак, значит, первые две спицы мы освободили. Итак, дальше продолжайте до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда, закрыла последнюю петельку. Теперь можем просто вытащить ее, обрезать, и я, как говорила, вот ниточка, которая идет от клубка, она просто туда спрячется, уйдет, и все. Вот у нас, посмотрите, что получилось. Мы закрыли карманчик, шов очень аккуратный, не грубый, а как вот выглядит с лицевой стороны. Вот так, и вот насколько мы вход к карманчику у нас, и с этой стороны у нас планочка связана таким же рисунком, как нижняя часть полочки, и поэтому видите, как смотрится красиво. Теперь что мы делаем? Вот эта планочка у нас, как я говорила, вот здесь у нас осталась ниточка подлиннее, вот с этого места, где мы начинали, вот я предупреждала, оставьте хвостик подлиннее. Мы теперь берем иголочку. Вот у меня иголочка с широким ушком. Туда вставляю этот хвостик. Что-то у меня никогда не получается с первого раза. Так, вот я вставила этот хвостик. Теперь вот, где у нас эта ниточка, естественно, с изнанных стороны, мы ищем, чтобы у нас вышло вот в начале нашей мешковины. Вот, видно? Где мы начинали нашу мешковину, мы сюда выводим эту ниточку. И сейчас вот у нас вот это, я здесь придерживаю руками, и вот эту ниточку, мы так называем шов вперед иголка, мы проводим ее, видите, как вот в первую петелечку, и здесь она выходит. Смотрите, чтобы вот этот шов у вас был как бы перпендикулярно нижней части
планочки, чтобы он не уходил никуда. И теперь мы возвращаемся туда, где мы входили. Вот шов назад иголка, наверное, всем известен, да? И вот так опять немножко дальше. Здесь мы подтягиваем и входим опять сюда же. Так мы делаем всего 3 стежка. Здесь я возвращаюсь туда же. И вот, видите, у меня вертикальная часть планочки уже обозначена. Теперь нам надо сделать вот так вот горизонтальное и подняться здесь вертикально. И у нас... Единственное, что вот здесь, когда вы будете провязывать, вы захватываете только одну часть мешковины, да, чтобы не получилось, что вы весь карман сшили. Берете только за одну часть. Видите, вот у меня здесь насквозь она не проходит. Только за одну часть. Поэтому лучше вот руку самой вставить в карманчик, да, вот, держать. И заодно вы будете придерживать, как у вас лучше. И теперь смотрите, вот у меня ниточка. И теперь вот здесь вот у меня шов, видно между двумя, как бы так видно легко. И вот здесь тоже так же вот швом вперед иголочку я просто прошью ровненько. Делайте ровненькие стежки, скажем, каждую ниточку, каждую петельку. И тогда у нас будет такой ровненько и будет смотреться как будто так и надо, как будто планочку вы уже провязали вместе. Видите, опять я возвращаюсь иголкой туда назад в следующий шов, в следующую петельку, так опять возвращаюсь назад и немножко вперед. И вот так вот на протяжении всего входа в карман мы как бы обозначаем вот эту нашу планочку, понимаете? И она будет получаться очень красиво, видите? Вот уже видно, как она получается. Роза. Но это только мое мнение. Вы, конечно, если кто-то кому-то не нравится, может эту планку так и не выделять, просто оставить вход в карман. Но по моему мнению, это смотрится более выигрышно. Значит, так вот мы доходим. Продолжаем на протяжении всего карманчика. Тут трудно ошибиться, потому что между швами как раз очень хорошо все это идет. Так. Ну, вот почти мы довязали, то есть почти мы дошили этот до конца. Это у меня иголочка, нитка опять выскочила из иголки. Так, и вот видите, мы почти дошли вот здесь, где мы делаем горизонтально. Вот мы сейчас еще один шов сделаем, один стежочек сделаем. И выйдем в уголочке уже и сможем идти и будем подниматься теперь уже вверх. Это у нас будет теперь опять вертикальная часть планочки. Точно так же мы раз вот, каждую в изнаночный ряд мы не входим, а там, где у нас лицевые петельки, вот этот шов вперед. Кто-то его называет вперед иголку, кто-то его называет назад иголку. Но суть от этого не меняется. И вот последнюю. Все. Так, мы выводим здесь иголочку ниточкой. Вот у нас и сразу вот этот хвостик ниточки мы можем вынести на изнаночную сторону, и там потом мы его закрепим. Вот что у нас получилось. Вот смотрите, какой карманчик. Вот он так выглядит. Видите? Вот так у него с этой стороны вот вход. По-моему, очень замечательно. Потом, естественно, вы все эти ниточки спрячете, которые здесь вот у нас остались. Вот такой у нас карманчик получился, очень красивый. Все, на этом на сегодня все. Если видео для вас было полезным,
и интересным, пожалуйста, ставьте лайки. Чтобы не пропустить следующие видео, подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана. Пока-пока!